Доброе утро! Доброе утро! Праздники для малышей в этой части микрорайона Мацеста – дело привычное. Детский сад номер 4 появился здесь без малого 80 лет назад. Но у этого торжества особый повод – открытие пристройки на 80 мест. Хотите попробовать пожелание оставить? Ну давайте, да? Я где напишу. Оксаночка? В добрый путь такое пожелание оставляет глава Сочи Анатолий Пахомов. Решать проблему дефицита мест в сочинских детских садах городские власти начали еще при подготовке к Олимпиаде. Тогда появилось 2000 дополнительных мест, во многом благодаря пристройкам. Буквально неделю назад такая появилась на Бытхе. Теперь еще одно новоселье. Пользуясь случаем, сегодня поблагодарить губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева за ту поддержку, которую он оказывает городу Сочи в социальном решении вопросов. И это все и есть гуманитарная олимпиада, то есть добиться цели, чтобы дойти до каждого человека, до каждого горожанина и создать условия для его хорошей жизни. У Арины Гончаровой в 4-й детский сад ходил сын. Теперь она привела уже в новое строение дочь Таисию. Очень рады. Походили, посмотрели по помещению. Все понравилось. Все новая мебель, кухня, прачка, игрушки, спальное место, туалеты, зоны отдыха. Просто великолепно. Возводили пристройку, советуя с руководством и воспитателями детского сада, чтобы в итоге детям было как можно более комфортно, и не только в самом здании. Мягкое прорезиненное покрытие такие используют при обустройстве современных детских площадок для безопасности малышей. Покрытие появилось и во дворе пристройки к детскому саду номер 4, как эксперимент. Не исключено, что такая подушка безопасности появится и в других детских садах Сочи. Еще 11 пристроек и 12 новых детских садов появятся в Сочи в ближайшие годы. Так и в этом детском саду номер 4 возведут новый основной корпус. Но останется и нечто неизменное – преемственность. Здесь каждый пятый педагог сам когда-то ходил в этот детский сад. Своя история и у Марии Андреевой. Я здесь проработала 35 лет, ушла отсюда на пенсию. И вот теперь моя внучечка идет, и дух ходит в садик. В ближайшее время на курорте откроют еще 2 пристройки к детским садам – в Дагомысе и в микрорайоне Голубые дали. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.